общем, у меня единственное, в чем есть прогресс сейчас, это бросание курить. То есть в прошлом году я летом полностью бросил пить. Это удалось очень легко. Я сам не понимаю, почему. А курить, наоборот, очень тяжело. Очень тяжело. Я до сих пор чувствую, что, что идет процесс, когда организм страдает от отказа от курения. Хотя прошло уже очень много недель, я уже не считаю сколько, но достаточно много, чтобы бросить курить. То есть я не курю, но чувствую себя очень плохо. Я просто вот жду, когда произойдет то, что там написано было, когда организм начинает, очищается и начинает сам вырабатывать никотин, или как там это называется. Еще я... это мелочи, но они тоже имеют значение. Уже крайне давно не пользуюсь сосудосуживающим средством для носа, Снупом, которым я раньше постоянно пользовался, из-за возмутурного ринита. И я очень давно не принимал нейролептики по рецепту врача, и давно не принимал флоксетин, который был основным. Нейролептики и флоксетин, согласно вообще лечению, являются основными. Но вот этого у меня нету сейчас очень длительное время. Но самое слабое и худшее — это в плане работы. Начальник, недоволен мной. У меня физическая боль наступает при работе. И все признаки очень сильного истощения. У меня боль просто в животе, в внутренних органах, в боку начинает болеть, и кости на кистях рук, когда я снег кидаю, у меня кости, где кисти рук, начинают болеть внутри. Я не знаю. Такая острая боль начинается, мгновенно исчезает. Я не знаю, у меня и у меня вырабатывается кортизол в организме, потому что я ощущаю себя неудачником. И что я работаю, устаю, у меня тяжело идет процесс привыкания к физическому труду, и я устаю очень сильно, но при этом ничего мне за это по итогу не будет, кроме увольнения и неудачи, потому что я не приспособлен к физическому труду, и начальник недоволен мной. Здесь нормальные люди, они бодрячком, бодренькие такие, физически и морально. А я очень слаб. И со мной что-то реально не так. И я даже подумал, что, может быть, это вообще мне никогда не удастся. И, может быть, это вообще не мое. Начальник написал мне, когда я ему скинул рисунки, давно, что художник из тебя хороший. То есть, имею в виду, что я
плохой дворник. Ну, ну, в общем, ну, я ему скинул пейзажи, не экспрессивные работы, а пейзажи. Ну, в общем, меня работает с физическим трудом, нагрузками проблема. Я как бы не курю, я вот иду по улице, вижу, все курят, на балконе курят, и дворники, дворник, мужчина, ну, который старый уже, который в Союзе прожил, он курит просто постоянно, они все курят. Я, ну, и они, скорее всего, бухают, там, все такое. Я не курю, не бухаю, но при этом у меня, я почему-то, короче, не приспособлен к физическому, к физическим нагрузкам, к физическому труду. Там, то есть, если у меня не получится стать дворником, то, значит, у меня единственный вариант — это психушки лежать и, ну, не выходить оттуда просто, потому что я бесполезен. Ну, то есть, я не знаю, знаешь, еще есть такая тема, что просто вот человек энергетически отталкивает, неприятен. И то есть, если я окружусь в коллективе, то я не смогу в коллективе работать или учиться. Или даже просто вот то, что я устроился, просто человек чувствует, ну, просто так складываются события, что в итоге ты оказываешься, ну, короче, не получается найти работу и, или как-то зацепиться в жизни. Ты отталкиваешь людей энергетически. Ты, короче, в плане работы все очень плохо. И физическое, физический труд. Может, мне подошло не физический труд, а, я не знаю, какой-то. Просто тут уже проблема будет, видимо, в том, что я просто отталкиваю людей сам по себе. Даже если бы я просто молчал, вообще ничего не говорил. Наверное, просто я настолько гнилой внутри себя, что человек нормальный, он чувствует, он что-то чужеродное, что-то чуждое, как чувствует чужим, с инопланетянином, типа, столкнулся, что-то такое мрачное, темное, отталкивающее. Я просто, ну, догадываюсь, и с этим ничего нельзя поделать. Ну, по идее, можно с этим поделать, если... Ну, есть еще такая тема, что если человек там в определенных частях света, нецивилизованных, там, человек чувствует слабость в другом, то он как бы чувствует презрение и, ну, как бы подтолкнуть хочет слабого, добить. То есть... Короче, что-то со мной не так. Возможно, блин, я не смогу привыкнуть к физическому, к физическим этим нагрузкам. Потому что у меня, я не знаю, мне нужно, чтобы у меня даже кости стали крепче. Я не знаю, короче. Начальник недоволен мной, вот это, конечно, грустно. И я не вижу, мне, ну, я, короче, чувствую отчаяние и фатальность. И мне приснилось сегодня, что у меня, что, да, меня в том числе
с другими призвали там. Просто я не мог уснуть, из-за этого я смотрел видосики, и что-то какая-то шалость в голове, тупость заставила меня посмотреть. Что-то там я посмотрел, и там кто-то... А, там, короче, какой-то были видосы про природу, интересные факты о природе, о насекомых. И там был, короче, отсылка к цветочному лоху, мему. И, короче, я посмотрел этот видос. И, в общем, дальше я пришел там и начал смотреть таких ребят, знаешь, которые самоутверждаются, унижая больных и слабых людей, типа, которых они считают алкашами, наркоманами, бомжами там. Они бесчеловечно издеваются морально. Снимают на видео. Снимали, точнее, 4 года назад. Это то же самое, как если бы я был, типа, евреем и увидел, ну, фотографию, как нацисты держат еврея за пейсы, и в Германии там 30-х годов или 40-х сначала. Мне было бы так же неприятно, как просмотр вот этих вот видосов с этими ребятами. Я просто пытался понять их. Это типа успешные такие ребята, которые почему-то, я не знаю, они издеваются почему-то над именно над бездомными, над, ну, над больными людьми, над слабыми. Я не являюсь как бы алкашом или каким-то там. То есть я не курю, не бухаю. Ничего этого. Но когда я вижу эти... Ну, вижу вот этих ребят, это то же самое. Это так же бесчеловечно. Это просто омерзительно настолько, что... Никак... Ну, то есть... Ну... Это, короче, как вот... Я не знаю, с чем сравнить. Отвратительно очень. Это типа... Я не знаю. Эти ребята, кто они там? Они, в общем, я так полагаю... Ну, короче, по сути, они... Я не знаю, что с ними не так, но они... Они типа не являются какими-то скинхедами или какими-то там типа такими ребятами, которые религиозными или еще какими-то, и которые, ну, ненавидят пьющих или курящих или там больных людей. Они являются просто какими-то, не знаю, чертями какими-то. Там вот, когда им в комментариях писали, что, ну, ты вот издеваешься над человеком, он гораздо выше тебя в этом видео смотрится, и тебе это вернется, как ты окажешься на его месте, когда издеваешься над слабым. Ну, то есть там, например, человек, которого жизнь, там, война или жизнь... над старым, там, над больным, над, ну, там, короче, над всеми подряд. И типа им пишут в комментариях, что ты издеваешься. Я вообще абсолютно согласен с теми, кто это пишет. Оказывается, не все такие. То есть там многие не одобряют их. То есть все-таки у нас нету таких
не распространено такое уродство. Короче, я не знаю, что со мной не так. Я простой русский, славянский человек, блин. Я не знаю, почему. Почему, блин, я даже не могу дворником нормально работать. Я устаю, и меня просто уволят. Я не могу привыкнуть к физическому труду. Я не могу. Ну, у меня с этим проблема. Я не знаю, что не так. Может, я не знаю. Я не бухаю, не курю, но у меня, короче, я не знаю. Если меня заберут на мобилизацию, я просто сдохну, блин. У меня сердце лопнет, блядь. И кости сломаются просто. Кисти рук там у меня почему-то... У меня просто... Ладно, это мышцы болят, которых нихера нету, но... У меня даже кости болят в кистях рук или ног. Вот где область... Где тонкая кость начинается, где... Короче, я не знаю, что со мной не так. Потому что, согласно этим, типа, каким должен быть правильным человек, согласно нацистской идеологии, типа, физически должен быть развитым, не должен быть чересчур худым там. Ну вот, я походу не подхожу по этим критериям. То есть со мной, ну, я, то есть, являюсь интерменшем и врожденцем каким-то, блядь. Меня просто, ну, короче, нормальные, ну, то есть люди, по сути, у нормальных людей вообще, ну, точнее, ну, нецивилизованность, она, по сути, всегда были средние века и нецивилизованность, и жестокость. И то, как быстро наступил цивилизованный период и толерантность, также она быстро исчезнет. И таких, как я, просто, ну, больных, слабых, инвалидов, там, стариков, просто мы никто в этом мире. И мне от этого грустно. Я не знаю, почему, блин. Потому что у меня все предки, они не были какими-то... Они все были обычными крестьянами. Я не знаю, что со мной не так. Почему я таким родился, блядь. Я не знаю, короче, или стал таким. Я просто не знаю уже, есть ли у меня шанс стать человеком, потому что я не могу приучиться к физическому труду. И у меня с психикой проблемы, ну, у меня не получится работать с людьми или учиться в коллективе, как не получилось раньше. Я не должен вообще жить, я... биомусор и, ну, недочеловек, согласно немцам, идеологии немцев там. Просто я знаю там немцев, которые у нас живут, они все, по сути, его почеши, он свастику там рисует уже, у него в голове свастика и идеология арийского превосходства. Ну и, по сути, они так и есть, они... И, как бы... Короче, я чувствую себя каким-то биомусором и неудачником, и вообще не соответствующим этой жизни.
и что это невозможно исправить, что мое место на свалке. Я не знаю, короче. Да даже на свалке я бы не выжил. Все очень херово. Но единственное, что у меня получается, это впервые за столько лет курения у меня получается перестать курить. Я не курю уже сколько? Наверное, почти месяц, я не знаю сколько. Ну, рекордно долгое количество дней по сравнению с тем, что было раньше. Это, в этом огромный прогресс. Может, у меня получится вообще бросить, но просто меня могут мама там и... Ну, меня, короче, уволят, скорее всего, и мама меня затравит, и родители. Я могу вообще сброситься там в итоге, просто сдохнуть. Короче, это произойдет в ближайшее время, когда меня уволят. Я почувствую себя неудачником, не способным даже работать дворником, блядь. У меня будет в голове такая картинка, что дворник-старик курит, бухает, и при этом он человек. Он может работать дворником, а я не могу, блядь. Хотя я не курю, не бухаю. Что, блядь, со мной не так? Это просто пиздец какой-то. Вообще. И еще вот эти видосы с этими утырками, которые издеваются над... над слабыми людьми, самоутверждаются. Там просто в комментариях так и пишут, что ты самоутверждаешься за счет слабых людей. То есть там другие люди, они, в принципе, тоже разделяют. Тоже это чувствуют. Я как бы понимаю, как живут нормальные люди, как я отличаюсь от нормальных людей. По сути, это фашизм и вообще вот эта вот жестокость, она, если так посмотреть, она всегда была и она вечна, как мир. Либо ее не было, как нам говорят по истории. То есть всю историю было рабство вообще. Не просто фашизм, там, тоталитаризм, а рабство, блядь. Тысячелетняя история, как с рождения человечества были войны, рабство, там, всякое дерьмо. То есть фашизм это вообще цветочки, блядь, по сравнению с феодализмом, там, первобытным веком, блядь. Ну или, точнее, может, не цветочки, а такое же дерьмо, блядь. И вот последние несколько лет мы начали жить в относительно цивилизованное, толерантное время, когда осуждают фашизм, нацизм и нецивилизованность, бесчеловечность, когда сочувствуют слабым относительно, ну так примерно, где-то больше, где-то меньше, где-то очень сильно перебарщивают, где-то наоборот, но все равно. Значит, либо это было всегда. То есть не может такого быть, что мы родились именно в такое время, а все человечество вот, от начала было жестокость, геноцид, ужасы, рабство, крепостное право, там, войны, вообще жесть, полный пиздец, согласно учебникам истории. Либо история врет и не было никакого рабства и говна всего этого, которого нам описывают. Были цивилизации развитые до этого. И просто недавно мы впали в темные века, пережили фашизм, нацизм, там, всякое вот это, крепостное право, там, угнетение женщин, Гитлера, Сталина, там, еще кого-то. И вот мы сейчас живем в толерантное время, когда... Вот впервые там. То есть буквально всего несколько лет, как. Ну, пару. То есть, если не на несколько лет назад это идти, такого даже не было. Такой толерантности. И она даже эфемерна. Она как бы нам. То есть какое-то несоответствие. Согласно учебникам истории, мы.
сейчас живем в такое время, а все это время до этого было, было просто кошмар, там, это, ведьм, охота на ведьм, там, все вот это вот средневековье, первобытное, там, миллиарды, миллионы лет ужаса, вообще полного пиздеца. Еще недавно только был расцвет неонацизма и фашизма и или там еще чего-нибудь такого там, то есть какое-то несоответствие, либо одно, либо другое, либо всегда было плохо и какая-то аномалия сейчас произошла, что мы живем в самое лучшее время или самое худшее. Конец истории, когда начнется, когда толерантность и когда снова начнутся темные века. Либо мы живем, мы живем на пороге войны, да, на пороге ядерной войны и превращения человечества обратно в первобытные каменные века. Либо всегда было цивилизованное, развитое общество, всегда было развито человечество, и до этого были развитые какие-то цивилизации. Не было никогда всего этого рабства египетского, средневекового, первобытного говна, всего этого дерьма, и все это преувеличено. Я не знаю. Почему мы родились именно в самом конце истории, перед началом ядерной войны, которая превратит человечество из цивилизованного и толерантного в обратно в свое естественное состояние, или вообще исчезнет полностью с лица Земли, то есть полностью исчезнет человечество с лица Земли, и Земля превратится в Марс или Венеру. Почему мы родились именно в такое время, это невозможно объяснить. Это совершенно не соответствует истории, которая описана, и то, как нам преподнесли мир. Может, нам в учебниках так написали, что вот было рабство, там все это, чтобы сейчас показать, что сейчас вот этого нету, или наоборот приучить, что это нормально, и что типа рабство и все дерьмо вот это нормально, и это будет как, потому что это человечество всегда так и было, чтобы обосновать типа это. Я не знаю. Да, в общем, короче, у меня успехи в бросании курить, но проблемы с работой, с физическим трудом. Вот. Серьезные проблемы. Причем, возможно, что это, блядь, вообще невозможно решить эту проблему. Вот. Ну ладно. Выговорился.